Aziz Müslüm, Aziz Tamara, hürmetli hanımlar ve cenablar, hürmetli konuklar. Buradaki bizim konuklarımızı nəzərə alaraq, mən bugün rus dilində danışmaq olacağım. Дорогой Мюслим, дорогая Тамара, уважаемые дамы и господа, гости. В эти дни азербайджанский народ, наша страна отмечают большой юбилей. Мюслим, я тебя поздравляю. Желаю тебе крепкого здоровья. Ты, я вижу, устал уже так. Вот. Ты высокий, да? Ты, я тоже маленький. Нет, только... Кто, ты думаешь, не восстанешь? Позволите два слова. Часто в последнее время азербайджанские журналисты задают вопрос, что вот я редко бываю в Азербайджане, хотя отмечают, что азербайджанское гражданство не меняют. Я должен сказать, что я всегда счастлив быть в Азербайджане на всех праздниках, на всех самых высоких мероприятиях. По-моему, никогда не подводил и всегда приезжал. И счастлив, что сейчас я праздную здесь свой юбилей 60-летия. И вдвойне я счастлив, что этот юбилей я праздную с вами, Гейдар Алиевич, и что именно вы повесили мне вот эту ленту. Я говорю это абсолютно искренне. Вы знаете, от лживых комплиментов я очень далек. Спасибо вам.